Исследовательский блок. Все сразу открыл. Ой, блин. Кстати, это новые твари, по-моему, нет? Да, я их не видел еще. Ну хорошо, прикинем, что мне нужно туда попасть, всех завалить и вон в тот телепорт нырнуть. В принципе. В принципе, изи. Сейчас покажу. Начинаем. Стой. Я сам приду. Давай. Поехали. Открывай. Здорово. Быки, смотри. Ой-ой-ой, слушай, я немного, может, приценил свои силы. Нет, все четко. Все четко. Я с ними, как с детишками, расправился. Даже, так скажем, не пришлось. Что за звуки? Ой, блин. Тихо. Да подожди, почему все время открываются какие-то эти? Дай ты мне территорию-то исследовать. Хватит дрыгаться. Ну, блин, меня достали. Да, хватит орать. Все. Теперь, надеюсь, тихо будет. Никто не выскочит. Банально хочется посмотреть, что здесь. Ну, у меня полная жизнь, у меня есть. Потому что что? Опять я слышал, что кто-то орёт. Хорошо, вот эту сначала возьмем. Это не руна, я не знаю, что это, но сейчас узнаем. Воу, подожди. Надо все патроны собрать. А почему... А, это у меня, наверное, как... Сейчас глянем, подожди. Нет, здесь у меня все полностью. Да, вот теперь у меня полностью боекомплект. Здесь ничего нет. Почему? Пока нет. Ладно, я понял. Оно потом включится, наверное. Если вдруг упал в лаву, то не беда, потому что вот можно, видишь, забраться здесь. У меня... You know, нахрен. А вот... Я понял, мне нужно тут секрет попасть. А знаешь, как я могу это сделать? Я сейчас тебе покажу, блин. Так, подожди. Покажу ли я тебе? Нет, я все же тебе покажу. Нет, не покажу, наверное. Как попасть? Вот сюда мне нужно. Да, блин, не нужно. В том плане, что... Есть варик. Короче, вот так вот. Попробуем, давай. Блин, ни хрена не произойдет плохого. У меня, кстати, даже жизни не убавились. Ни на процент. Все. Секретка у меня. Получим кусок руды. Здорово. Так, а что это там? Паук какой-то меня ждет. Но пусть ждет потом. А, подожди. Блин, здесь еще секретка есть. Ой, блин. Он взорвался. Он лопнул просто. Я даже не успел понять, кто это. Найден секрет. Да ладно, вот это вот интересно. Почему так сделано? Почему новое оружие? Блин, кстати, я его пока не буду использовать. Это ведь ракета, это какая-то ракетница. Почему новое оружие? В секретном месте. Мне кажется, что для такой игры, которую в теории нужно просто, знаешь, на одном дыхании пробежать, проскочить, проскакать, пропрыгать, я не знаю. Для такой игры не должны быть секретные места. Вот в таких, назовем их, блин, твою мать, труднодоступных местах. Жгёшь. Дай. Слушай, ну, я не скажу, что я много потратил, но и немало. То есть для одного раза просто так взять и отдать. Столько жизни, это хреново. Плохая идея. Так, ладно, у меня есть еще один шанс. Но нужно забрать руду, ты понял? Мне она нужна. Как мне ее забрать? Не получится все. Блин, да опять я там, где-то там. Слушай, так можно вот скакать. Вот. Я понял, слушай. Так, хорошо, вот сделаем как. Все, по красоте. А там что? А там ничто. Блин, вот что там. Ну я ж поднялся как-то уже один раз. Давай. Все. 94. Я сейчас их восстановлю. Ну, короче, ты понял смысл, да? Что не должно быть такое в игре. Ой-ой-ой. Секреточка. Круто. Не должно быть, в общем, такое в игре, которую ты якобы должен проходить быстро, потому что, ну, не до этого будет.
Это у меня сейчас есть время, у меня сейчас интересно, поэтому я это делаю. А, блин, не будет времени. Кто-то быстро проходит. Так, удерживайте Q, чтобы сменить оружие. Ну, спасибо, но мне это, наверное, пока не нужно. Кто еще? Блин, не вовремя. Удерживайте Q. Так, отлично. Точка Nexus активирована. Пока тихо. Подожди, желтый. Требуется желтый ключ. Вот я сейчас опять, знаешь, пол карты пробегаю, чтобы найти желтый ключ. А? Не ори, не ори, не ори. Спокойно. Ой-ой. Получен кусок руды. Вопрос, нужен ли он мне? Ответ, нужен. Броня у меня все есть. Оружие есть. Нет желтого ключа. Но пойдем забирать его. Блин, я так и знал, что что-нибудь прилетит. А ладно, что мне париться? А чего разброс такой большой, смотри. Ой-ой-ой. Я тебя буду называть бык. Так, там лежит спид. Я слышу. Ага. А мне показалось, что он бежит. Кто-то еще. Прям в бубен я ему зарядил, ты видел? Меткость, в общем, 100% из 100. Есть чем гордиться. А, секретка. Да ты гонишь, блин. Ну ладно. Ладно, пойдем за секреткой. Так, я только что научился прыгать с разбега, и что-то у меня опять не получилось. Давай попробуем. Ну вот, отлично. А, зачем? Не нужно, все просто. А, прям появился передо мной. Пора уже привыкнуть, что в этой игре это норма, и что они здесь так и будут появляться. А вон бык. Давай испытаем новое оружие на этом бычаре. Нифига он так заглядывает ко мне. Типа, мол, здорово, здоровается. Нужно, чтобы он отошел. А, кстати, подожди минутку. Ой, блин, стой! Бык! Ладно, давай. Ну, слушай. А это что было? Кстати, это оружие. А, нет, ну было оно, было, было. Мне просто показалось, что там опять кто-то бежит. А я здесь не был, не до конца прошел. Подожди, другое оружие. Вот, давай с этим побегаем. Нет, здесь ничего нет пока. Ну там только секреточка. Ну да, зеленый ключ, да. Ладно, слишком очевидно. Здесь закрыто. Пойдем дальше разбираться. Там уже сейчас нет никого. А, я вот что хотел. Смотри. Нет, уже как-то... Все отлично, получим кусок руды, больше пока ничего, но мне ничего не надо больше. Хватит и этого. Где? Понял, да, он с спины стоял. Смотри, я сейчас открою. Так, а там что-нибудь есть кто-нибудь? Там только... А как туда попасть? Пока никак, ну ладно, я открываю, сейчас вот эту хрень убью. Что произошло? Что? А, я понял. Открылась дверь, да. А вот еще бы мне как-то попасть. Ага, ну как? Как мне попасть в этот так называемый секрет, вот это секретное место? Кто подскажет, кто знает, кто не знает. Подожди, а если... Подожди, точка Нексуса. После тщательного изучения точек Нексуса стало ясно, что они явно продеусского происхождения. Это некий механизм, позволяющий восстанавливать уничтоженную материю. Силы хаоса не способны использовать эту технологию, но не исключено, что Нексус можно исказить. Требуется больше данных.
каких данных, непонятно. Что произошло, непонятно. Я думал, что точка Нексуса это типа сейфка, но, блин, походу хрен. Ладно, спасибо за просмотр. Продолжим уже в следующей серии.